Савченко, Шелковая. У них оценка за короткую программу где-то в районе 70, ну или выше. Почувствуйте разницу. Второй дуэт. Это фигуристы из Чехии. Также новая пара. 19-летняя Александра Гербрикова и Руди Хальмайер. Музыка из кинофильма «Реальная любовь». Тройной сальков получился неплохо. Сами футболисты просто счастливы, но их можно понять, они, в общем-то, справились со своей короткой программой, не допустив каких-то видимых ошибок. Я думаю, что практически все элементы, которые они исполнены, будут